Друзья, как я рад, видели бы вы мою довольную рожу. От сигнал 70 и это серебрушка царская. Так, чего я поставил штатив? Четкий 77 сигнал. Да, монетка. Выберите его. 1789. Опять недалеко от места, где серебруха была найдена. Четкий 78. И это империя. Надеюсь. Ху-ху! Копейка павловская. Вперед за новыми находками. Нашел вот такое поле. Соя или шоу убрано. Масштабы. Пару домиков стояло, и оно вдоль дороги. Попробуем. На домике куча черных сигналов и первый монитос. Вот такая советина. Я рад и такому сейчас. Трояк 36-го. Вот такая монитосина первая сегодня. И вообще за этот выезд. Так, ну я только вышел сюда, отлично. Начинаем. Так, попалась пуговичка, очень мелкая. Очень маленькая. Такая меньше пальца. Дырочки видно. ВДА 19 метр. Смотрите. Кирпичей сколько. Раз. Вот куча. Камни. Камнями. И сейчас дам послушать, как это все звучит. Прикольно. Чтобы вы понимали, какие условия поиска. Плюс стерня. О! С вами сигнальчик нашел. Чистый 67-69. Серебруха может быть. Шестьдесят девять. Так, как лопату взять? Ну все, друзья, копаем онлайн. Не думал выкопать. Показать хотел черное количество. Ой. Дай бог серебрушечка. Кто за? Шестьдесят восемь, шестьдесят девять, очень хороший ВДИ на этой катушечке. Было бы прикольно что-то найти онлайн. Вот здесь. Но здесь много. Опа! Смотрите. ВДИ серебрухи, я вам точно говорю. Походу двацулик. Оп. А, ёлки-палки. Копейка 24-го. Вот это облом. Ну ничего. Монетка вон за час. Первая.
в онлайне. Прикольно, друзья. Ну, серебро нас еще ждет впереди, наверное. Может, это 25-й? Посмотрим. Отпечаточек такой хороший. Таки 24-й. Плохо видно, конечно, но... Забираем. Вон там копеечка. 2 метра отошел, даю послушать сигнальчик. $72-75 VDI. Отличный медный сигнальчик. Это должна быть монета. Если монета, то немного покрупнее. Или лучше с охраны. Так, немного в стороне. Да, штатив не взял, далеко к машине идти. Вон там машина. Посадки. Ну ладно. Выкопали? $80-81. Ну, дай бог монетка. Нет. Нет, друзья, не монетка. Смотрите, что. Какая-то фигуристая штука. Или подсвечник. Или с лампой. Масляной. Смотрите. С рисунками. Внутри полая. Так. Кто знает, что это? Мне кажется, подсвечник. Ну, такое тяжеленькое. Олово или что, или свинец. Не знаю. Сплав какой-то. Иду к машине водички попить, взять с собой ее. Раздеться немного, уже жарко. Словил сигнальчик, смотрите. Опа, что-то блестит. Вот так краешек вижу. Дается мне пуговица. Позолоченная была. Что-то с ней не то. Лянка, скорее всего. Сейчас попробую почистить, покажу. Очистка ничего не дала. Такой нарост железный. Ну, часть крыла видно, и она была позолочена. Ушко я уже отломал, но тут никак по-другому. Ладно, дома как-то буду чистить. Стояло больше домиков, там один. И попалась вот штука какая-то. Иконочка похожа. Легенькая, алюминиевая. Ну, уже первая находка на этом. Вот, смотрите, какое. Просторы. Вот там вдоль леса. Улица шла и домики налево-направо. Какая-то иконка. Ладно, забираем. Вот очередная находочка шикарная. Смотрите. Пуга какая. Форма как гусарская. У меня такая одна была. С надписями.
Scotch, Fein и какая-то внизу Focus, NU. Пока не знаю, буду определять. Кто знает, напишите. Отлично. Еще одна пуговичка. Правда, не знаю, что тут. Молот точно. Это отбойный молоток или что, подскажите. Она такая ушатанная, алюминиевая. Ладно, забираем. Друзья, наконец-то монетка. Еще не смотрел. Невысокий сигнальчик. Походу, совет. Да, совет. Ну, двушка. Но ей что-то плохо. Плохо ей. Две копейки. Это ранние советы. Но... Вот, посмотрим. 36-й. Да, ни о чем. Ну, забираем. Низкий сигнальчик и выпал монитос. Походу, рамочник. 15 копеек. 53 или 43? 53. Берем. Прошло 3 минутки. Очередная монетка. Вот так вот красиво вывалилась в грудке. Копеечка 55-го. Хороший сохран. Покажу ближе. Копеечка. Забираем. Прошел пару шагов. VDI-42 сигнальчик был. И это очередная советина. Трешечка в сохране. Тридцать девятый год. Сохран ничего так. Забираем. Друзья, как я рад. Видели бы вы мою довольную рожу. Сигнал 70, четкий. Вот такой вот борозде зацепил. Трактор, комбайн зацепил землю. Вот как раз сверху. Вот, сигнал 70. И это серебрушка царская. Двацулик, по-моему. Да, друзья. 20 копеек. Ха-ха-ха. Как я рад. Как я рад, смотрите. Сейчас чисто, ну. Покажу. Вот она, друзья. Это 20 копеек. 1880. А какого года не вижу. Походу, горело. Менее АГ буква. А здесь, ну, все видно, но года не видно, честно. Даже в лимонке отмочу, год проявится, фотографии обязательно покажу. Тут бомбовская находка, первая нормальная находка за эти сутки. О, отлично, отлично. Буду здесь бомбить сейчас. Так, чего я поставил штатив? Четкий 77 сигнал. Даю послушать. Вот здесь где катушка. 77, 78.
метрах 15 серебро. Но это уже больше, чем серебро. Либо я не думаю, что это полтинник. Это может быть медь. Где-то 2 копеечки. Четенько. Так. Да, монетка толстая. Ё-моё, всадник на коне, ядрить его. 1789 копейка. Копейка Екатерины. Офигеть, сейчас покажу вам. Вот это да. Вот это поперло. Правильное место. Смотрите. 1789. А здесь вот это сохран. Копеечка. ЕМ. Блин, четко все видно как. Обалдеть. Берем, смотрите, толстенько. Вот это лайк, друзья, зачет. Вот поперло. Берем. Да уж, поперло как поперло. Вон там 20 копеек, там копейка. Прошел очень глубокий сигнал, смотрите, яма какая. На штык даже больше. Это не уверен был, что что-то там найду, но выкопал 5 копеек 37. Сохран бомбезный. Приятно такие держать в руках. Приятно. Вот такая монетка. Тридцать седьмой, да. Забираем. Опять недалеко от места, где серебруха была найдена. Четкий 78. И это империя. Надеюсь. Ху-ху! Копейка павловская. 1800-й. Блин. Вот это фарт. Какой был первый день. И какой сегодня. Посмотрите. Павловская копейка. Вот это да. Так, попробую отмыть. Покажу. Ну вот такой, друзья, сохран. Не знаю, что получится после чистки. Но сейчас все видно. Обалдеть. И глубина тоже, смотрите, но четко было. Уверенный сигнал. 78. И это Павел. Как давно я не находил павловские монеты. Я рад. Друзья, хоть и не монетка, но зачетная находочка. Маленькая пуговица орлянка, типа той, что я раньше находил. Тоже в позолоте. Походу еще меньше. Вот такая.
такенный кусок бронзы. Или латуни, не знаю, тут какой-то. Вообще непонятно. Обломанный. Кто знает, от чего это может быть. Подскажите. Очередной сигнал. Монетный. Монетный. Чистый. Даю послушать. И выкопаем онлайн. 76-77. Чётенько. Глубина. Давайте с первого раза. Выкопаем. Выкопали. Ранее сейчас. Комочки. Да. Крыльца. Смотрите. Видно? Опа! Печаток и монета. Копейка. Так, это для фотографии оставлю. Копеечка Александра или Николая. Александр II. Вот это тут разброд. Я так понял, это дорога. Это старая дорога. Она здесь нарисована, идет вдоль домиков. Александр II, копейка. Вот. Не виден. Ноль в конце. 50-й или 60-й. Вот так, друзья. Отлично. Отлично. Друзья, после Павлов, конечно, советы это не то. Но что есть, то есть. Разрешили. Фотки. Троечка. 30-го или 32-го. Забираем. Через минуту еще одна троечка 46-го. Это сохран получше. Забираем. Покажу другую сторону. Вот такая неожиданная находка. Пуговицы красноармейца, я так понимаю, из ранних, потому что такая медленная. Сзади, как всегда, убитая. А здесь ничего. Забираем. Обломочек ложки медной. Забираем. Так. Уже 3 часа. Скоро сутки, как я на копе. Нужно уже подумать об обратной дороге. Пока копаем. Другое поле перешел, еще один домик проверю. И все. 3:30 нужно ехать.
и был высокий сигнал, и это монетка. Вот так, не смотрел еще. О, коцнул. Это копейка николаевского формата. Не жалко. Если, конечно, не 17-й год. Так. Наверное, не почищу я ее. Залипшая. Давайте попробую, покажу. Не видно какого, 1900, а там не важно. Берем. Ну вот и все, друзья, 4 часа, сутки прошли, пора домой, результаты. Это по шмурдяку такое, не весь, далеко не весь, это вот на последнем поле. По советам, видите, пуговицы, одна, две зачетные с орлом. И вон та выпуклая, вот эта. С орлом зачетная. А дальше по царям. Ну, николаевская неинтересна. Серебро 20 копеек. Копейка Александра II. Порадовала копейка Павловская и Екатерининская. Катькина. Вот такие монетосы в конце. Кому понравилось, ставим лайк. Вот такой был выход. Сейчас покажу дорогу назад. Вот такая дорога назад нас ждет. По краю ехал. Вот. Участок метров 500 такой дороги плохой. Ну ладно, будем выбираться. Всем пока. Кому понравилось, ставим лайки. Фух, до новых выходов. Устал за сутки. Пока-пока. Выбрался из той трясины. Слава богу, помаленьку, по чуть-чуть. Все, дальше нормальная дорога. А теперь точно пока. Кто не подписался, подписываемся. Будет интересно дальше.